Мы загнали. Они отправили демоны. Нам надо сломать сервер. Целься в воздуховод. Ты плохо. Помоги мне убрать остальных. Осталось недолго. Земля тебе пух. Это твоя последняя ошибка. Мне этого не хватало. Мы загнали их в угол. Осталось недолго. Охуевшие скоты. Вы расстреляли моих людей. Они могли бы жить, если бы не открыли огонь. Охуеть не встать, Соломон Рид. Не буду врать, я по тебе не скучал. А ты? Ты как-то сумел очаровать маму Брижит? Мне тоже стоит бояться твоих чар.
Откуда ты обо мне знаешь? Я и мой храм едины. У меня везде глаза и уши. Это не храм, а нелегальная фабрика демонов. А ты не жрец, а самый обычный бандит и убийца. Убийца? Рыбак рыбака видит издалека. Ну так что? Какой твой план? Хочешь со мной договориться, как с сучкой Брижит? Не знаю. Я с тобой еще не знаком. У меня много имен. Уилки Лагер, Слепой гнев киберпространства, Заноза в жопе НСШ. Зови меня как хочешь. Ты забыл добавить убийца двух человек и трус. У нас к тебе деловое предложение. Когда одну из сторон загоняют в угол, это не переговоры. Это шантаж. Никто не спрашивал, что ты об этом думаешь. Будь добр, закрой рот и послушай, что мы тебе скажем. У тебя с Ридом старые счеты или что? Кто много говорит с Ридом, потом внезапно прыгает из окна или пропадает. Хотя, я думаю, ты сам это понял, пока с ним работал. Говори, чего вам нужно. Нам нужна инфа, и мы думаем, что ты можешь ее найти. Я? Мальчик, я слеп. Ничего не вижу, ничего не знаю. Живу только в киберпространстве. Нам как раз нужен тот, кто хорошо его знает и может найти там то, что мы ищем. Чем именно я должен вам помочь? Что, даже торговаться не будешь? Я уже знаю цену. Господин агент ясно выразился. После крушения шаттла в сети напали на одну нетранершу, после чего связь с ней оборвалась. Надо ее найти. То есть вы ищете того, кто посмотрит сетевой трафик в день крушения? Она связалась со мной через неисправный биочип, который у меня в голове. Это как-то поможет? Не знаю. Надо посмотреть, что там у тебя за игрушка. Я на это не согласен. Смотри, или так, или никак. Последи за ним, Рид. Эй, я слепой, а не глухой. Посмотрим, что там у вас. Я вижу след. Вспышки данных в киберпространстве. Электронный след. Фу! They're mad. This I do not believe. Вы совсем спятили тащить ко мне эту срань? Похоже, фигурист увидел, что в моей голове есть еще и ты. Нет, он сейчас не обо мне. Ты что-то увидел? Черный заслон. Завеса смерти. Давай конкретнее. Ты знал, что девочка подключалась к тебе через протокол черного заслона? Сука, теперь все понятно. Эта девочка, она как живая атомная бомба. Если она сделает бум, жопа настанет всем, каждому из нас. Миуануа, it is a dam that protects us. The civilized world from the strange bats of the cyber wilderness. Если ваша ходячая бомба сделает посреди дамбы дыру, нас всех просто смоет с карты, как Гаити. Беглые Искины затопят сеть, и нас вместе с ней. To the AIs?
past the Black Wall, you are no more than a cockroach, a larvae, a fragment of outdated code with no meaning. Поэтому сетевой дозор обнуляет всех, кто хочет разрушить черный заслон. Это не шутки, друзья мои. Это вопрос всеобщей безопасности. Поэтому, друг, ты и должен восстановить связь между Ви и этой девочкой. Ты совсем головой поехал. Ты теперь тоже часть этого безумия. Назад пути нет. Говну. Это не обсуждается. Мы должны найти ее. И вообще, ты же понимаешь, что теперь по ее следам легко вернуться к тебе. Пока она там. За тобой и твоими людьми может прийти кто угодно. От тебя требуется разобраться, замести следы и уничтожить все улики, которые указывают на тебя и на нас. Сделай это, и мы квиты. Фру наконец оставит тебя в покое. Как же мне повезло. Тебе уже приходилось такое делать? Что? Выступать посредником между двумя хостами через протокол черного заслона? А ты как думаешь? Подтверждай отправку данных, пока я не раздумал. Ну, поехали. Ко мне подключилась, ты не сказала, что пользуешься протоколом черного заслона. Не сказала, потому что это было неважно. Мы сильно рискуем. Если кто-то сейчас и рискует, то это я. Я не могла по-другому подключиться к твоему биочипу из взломанного шаттла. Послушай, Ви, у меня мало времени. Люди Хансена засекли меня, когда я включила химеру. Я попала в плен. Мне ничего не грозит, пока я делаю, как он говорит. Но мне нужна твоя помощь. Здесь что-то не так, мальчик. Ох, гребаный заслон. Черный сапфир. Бин. У Хансена будет большой прием. Передай Илью, что вам надо туда попасть. Я вас найду. Если что, я не забыла, о чем мы говорили. Сука. Рид, отключи его. Отключи фигуриста. Ну. Еще бы. Его поджарило. Похоже, нагрузка оказалась для него великовата. Похоже на то. Блять, да неужели? Ви, у торгового автомата больше жалости, чем у него. Он бы все равно убил фигуриста. Ты выяснил, что с Сойкой? Связь вернулась, мы поговорили. В целом все нормально. Она жива и здорова, но ей нужна помощь. Ладно, потом расскажешь. Надо выбираться отсюда. Не хватало еще, чтобы нас тут застали люди фигуриста. Хорошего дня, фигурист.
Пойдем, здесь разговаривать небезопасно. Что тебе сказала Сойка? Ей как будто было больно из-за того, что я подключился. Ты удивлен? Вспомни фигуриста. С ним заслон вон что сделал. Сойке нужна помощь, Рид. Хансен схватил ее и зачем-то держит у себя. Паршиво. По правде говоря, хуже и быть не могло. Хансен устраивает большой прием в черном сапфире. Она попросила нас прийти. Это черный сапфир. Отель, который так и не достроили, несмотря на миллиардные инвестиции. Любимая крепость Курта Хансена в центре Доктауна. Нам туда путь закрыт. Те, у кого с этим проблем нет, тоже вряд ли согласятся сделать нам пригласительные. Нам с Алекс придется поднять старые контакты. Ты тоже подумай. Посмотри, кто может помочь. Может, вместе найдем кого-нибудь. Я знаю местного фиксера. Его зовут мистер Хэнс. Могу ему позвонить. Попробуй. Я на связи. Хэнс, нужна помощь. Сразу к делу. Мне нравится. Мне нужно попасть на следующий прием в черном сапфире. Ты ходишь по лезвию ножа, Ви. Черный сапфир – одновременно крепость и тюрьма. Туда нельзя зайти без приглашения, как, например, в Кампеки Плаза. Наверняка есть какой-то способ. Придется кое на кого надавить. Но благодаря тебе объектов для давления у меня предостаточно. Думаешь, получится? Ты помог мне закрепиться в Доктауне. Я буду рад тебя отблагодарить. Договорим при личной встрече. Дай мне пару часов, а потом приходи в тяжелые сердца. Спасибо, Хэнс. Вылазь!
Ну, ты мне ответишь, уёбок! Всем жителям Доктауна. Спасите, они меня убьют. Я сам себе электричество провел, а через тебя нельзя подключиться. Можно, я тебе даже кабель. Идешь сегодня? Может, приду, может, не приду.
миссии. Что остальное? Не беси меня, Чумба. Witamy ponownie. Co będzie dla ciebie? Это какая-то херня, а не Брэй. Здравствуй. Если бы ты предлагал... Жил больше, сразу бы нашлось.
хорошо. Ну же, ведь все не так плохо, да? Охренеть! Ага, я понял. Что? Хочу поставить новый хром. Ложись. На кровь не смотри, это старое пятно.
Ты же из Баргиста, я от Хавьера. Он сказал. Как вы быстро? Что скажете? В руке хорошо лежит? Катаны, мачете, ножи, кастеты! Для навыков... Четыре тысячи двести раз. Папа, а это что за дядя? Thank you.
вражеские агенты. Шпионы и пропагандисты НСША уже среди вас. Смотрите в оба. Увидите что-то подозрительное. Сообщайте. Звучит клево.